Сегодня в Казани простились с известным журналистом Юрием Николаевым. Он ушел из жизни после долгой тяжелой болезни. Многие материалы Юрия Николаева, посвященные Татарстану, были признаны лучшими специальными репортажами. Творческую деятельность начал 30 лет назад с должности старшего корреспондента, заместителя ответственного секретаря редакции газеты «Вечерняя Казань». Работал только в солидных изданиях. Последняя должность – собственный корреспондент газеты «Известия» по Татарстану, Мариэл, Удмуртии, Кировской области. По инициативе Юрия Николаева на страницах федерального издания была организована регулярная полоса «Татарстан» и еженедельно выпускалась вкладка «Известия Казань». Сегодня к зданию «Дельпресс» пришли много людей, коллеги, друзья, читатели. Это был профессионал высочайшего класса с таким чутьем, вот природным чутьем журналистики, построения материала журналистского, с таким вот вкусом к профессии. Ну, он был звездой нашей журналистики. Он великий человек был, потому что всегда с ним можно было поговорить, всегда с ним можно было посоветоваться. Он был какой-то опорой вот, и для меня. Вот, он мог найти какие-то слова, проходя мимо даже, когда было тяжело. Человек вообще, не знаю, мы сегодня тяжелую утрату, конечно, понесли. Сегодня вот. И мне кажется, вообще это очень несправедливо, потому что Юрий Александрович – это был один из самых живых и энергичных людей вообще, которых я знала в своей жизни. Ну, это был профессионал высочайшего уровня.